Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Бравл Старс. Так, ну что, сегодня заберем наградки. Я не знаю, может быть, попробую в ранге подняться. Ну а пока я хочу, наверное, выполнить все-таки все ежедневные квесты. Так, что у нас тут есть? Выиграйте 8 раз бой. Так, ну тут маловато получается у нас. Еще раз выиграйте бой. Так, Шелли, Динамайк или Дэрил. Блин, горячий какой капучино. Пайпер или Фрэнк. Бо, Пайпер или Фрэнк. Кстати, Бо, ребята, мы же с вами в прошлой серии получили Бо, индейца. А, сегодня я, кстати, получил База, ребят, за 12-й день захода в игру. База работает спасателем на водных аттракционах Велоцираптопарка и следит за соблюдением правил настолько строго, что это граничит с синдромом вахтера. Я пока не знаю, что это за парень, как он себя проявляет. Но вот Бо, который уже долгое время выживает в джунглях, надо, ребята, немножечко за него поиграть и понять. Ой, блин, не то взял. Да какой, блин, ранговый бой. Какой ранговый бой. Не поменял, друзья. Не поменял. Так, что там у нас? Я броубол. Почему сразу броубол-то начинает? Блин, ну ведь знает прекрасно, что я не люблю эту, блин, локацию. У них индейец, ЭМЗ. Погнали. Фиг ли нам делать. Меня тут раскумарили. Ну, в два смычка, ребят, понятное дело. Так, давай этого индейца вшивого уничтожайте. Нас обоих тут закумарили, да, я смотрю. Ну, куда же вы лезете-то, ну? Все, главное, лезут туда, а. Ну, мне придется прикрывать, ребят. Погнали отсюда. Давай, напрямки. Так что там происходит-то, блин? А что у них сна... А что у них этот бот завис? Я не знаю, что там произошло, друзья. Ну, понятно, что меня тут раскумарили. С фейлем сейчас, ребят, катку. Да, причем быстро так сфейлили мы ее. Ну, где мяч-то? Давай, 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 пинай! Есть. Ага. Сосали, ребятушки, по полной программе. Молодцы, красавчики. Сыграли. Ну, отлично. Редкая карта. Удвоитель опыта. Так, ну, а я, пожалуй... Оу-оу-оу-оу. Так, столкновение, бро-бол, блин. Захват кристаллов, зачистка... Зачистка змеиной степи. Я не знаю, ребята, что такое зачистка. Тем более в степях Каракума. Ну, за Бо надо попробовать поиграть. Ё-парсы ты, а чё так жестко-то? Найди тут кого-нибудь. А в чем приколюха? Сразу же началась атака. Сразу же, друзья мои, началась атака. Меня взорвали как презерватив, ребят. У меня других этих нету. Есть. Наказали. Так, ребята, я понял, что такое зачистка, но нам нужно набрать
10 побед, да? 9 есть, еще одну. Да наказать его надо, наказать, ребят. Есть. Контакт. Наказали. Че там Шелли? Я ничего не увидел там такого. В Шелли. Ну, просто показали, наверное, какой-то не очень хороший момент. Ну, понятное дело, друзья мои, что он только получает у меня второй уровень, потому что это свеженький боец. Не прокачано вообще ни насколечко. Поэтому ничему не удивляйся. И не удивляйся, как я играю. Нуб Бравл Старса — это Рэй. Что это такое? Кто это такой, блин? По скиллам фиг, по скинам непонятно даже, кто это такой, ребят. Ну зачем ты палишь-то в контору, блин? Давай, давай, вот этого прижучиваем. Сюда, наверное, пошел гаденыш, да? Нет? Вон он где-то там сзади бегает, ребят. Поставим туда бомбочки. Трехзарядная параша, ну! Прижучили. Еще прижучили. Так, Пэм, уйди оттуда. Не будем палить контору. Взорвался, нет? Нет, нет. Пускай там будут три бомбочки стоять. Для развлекухи, мало ли там кто пойдет. Слушай, ну Бо прикольный чувак. Но опять же, ребят, три заряда, блин. Понимаешь, да? Что такое три заряда? Пускай пойдет на бомбочках. Готово. Я долго ждал, когда они пойдут на бомбы, но они, ребят, не пошли на них, к сожалению. Опачки, и вот мы с тобой третьего уровня уже. Ага, выиграл здесь. Но нам нужно 5 боев и 8 боев, ребят. 5 и 8 боев. То есть пока играем за Бо. Потом посмотрим этого маленького дракончика, который там спасатель пляжа Малибу. Что он там себе представляет. Но мне лично интересно играть за новых персонажей, потому что, ну, как бы... Что у этого индейца могу отметить, ребята? Он мне напоминает чем-то восьмибитку. Тоже у него очень быстрая скорострелка. И тоже, блин, 3 вшивых заряда. Это очень сильно напрягает. Мы открыли счет, друзья мои. Причем двоих. Бул. Вау, 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 парень. Ты тише будь. Вот это, конечно, я немножко тут встрям. Добей его. Прекрасно. Так, это вшивый парень с шариками. Все, шарики им больше не понадобятся. Только на могилке, ребята, его шарики. Как так-то? Ну как? Ребят, нам нужна одна победа всего лишь. Ну, не победа, а одного хлыща. Да, это оказался парень с шариком. Его расколбасили. Ну что же, шуруем дальше. О, мифик. 200 силы, блин, ну... 200 сил, ребят, ну... Музыка еще такая играет. Нешка-милушка. Это, ребят, новый персонаж или это новый скин? Нита, Бул. Бо, не ори как псих. Все у тебя нормально. Держи себя в руках. Так, кто-то же здесь, да, был?
был когда-то. Ключевое слово, ребята. Опа, 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 опа. Я, ребята, повелся, блин, повелся. Меня там хмырь болотный звезданул. 5-1 счет у нас. 7-1. Блин, ну куда ты бомбишь-то? Бомбишь, блин, бестолку куда-то. 9-2. Все, они там ушатали кого-то, видимо. Я не увидел этого момента. Но был красота. Бесспорно, здесь хорошо он постарался. Ну что же, 5-й ранг. Меня вполне это устраивает, друзья. А почему здесь какой-то этот? Здесь нигде нету. А, я понял, выиграй бой и получишь, наверное, этот эмоджи этот получишь, скорее всего. Такая музыка. Как всегда, анимешка какая-то. Давай, бога, то. Ой. Ой, вот это, конечно, хмырь в траве. Сейчас начнет, блин, свои параши расспрашивать. Тем самым палить нас, ребята, будет. Но! Где-то здесь хмырь. Алкаш этот, блин. Да Фрэнк это! Паршивый голодранец. Я говорю, алкаш бесявый. Который бутылки там разбрасывает своих где ни попадя. Ай-яй-яй, Рэй, ну! Бомбочки скинул. Фрэнка! Ну куда ты, Шелли, бежишь? Он же сейчас тебя накажет, блин. Уйди ты нахрен, дебила кусок. Ребята, 6-4 пока. Вот он, Фрэнкус. Минус. Друзья мои, еще одного шваркаем и easy game. Фух. Что и требовалось доказать. Шелли, как и я, не отпускает свою добычу. Тоже бежит до последнего. Красота. Одно задание выполнили. Даже, возможно, мы с тобой... Да, мы с тобой получим награду. Да ладно, еще мифик. Ну, 500 монет. Конечно, хотелось бы 1000 монет. Ну, 500 монет тоже, ребята, пригодится. Погнали? Погнали. Хорошо, когда выигрываешь. Плохо, когда проигрываешь. Все забываю на кнопку поставить здесь, ребят, на стрельбу, блин. С шариками хмырь у нас. Пойдем. It's fight, убийц. Есть. Ну куда ты лезешь, шариковый придурок? Ну, кусок дебила, блин. Ну, серьезно говорю, ребят. Ну и что, они сравняли счет. Вот мы палимся тут, блин, на этой площадке. Зачем, не понимаю. У меня, как всегда, с патронами, блин, беда, блин, бедовая. Голова садовая. Готовы. Слушай, практически на сухарика, ребят, вытянули. Они всего двух у нас подбили. Всего-то двух. Ну, хорош парень, хорош. Я ничего не могу сказать против, ребят. Ну, опять же, это пока начало, вы знаете прекрасно. Дальше-то будет все жестче намного. Но здесь он дает, по крайней мере, прикурить этим ребятам. Расслабляться не стоит.
то, что мы на лайте играем, это и так всем понятно, ребят. А он уже получил, видимо, это, да? Смайлик. С зайчиком, так скажем. А вот, кстати, это дракончик, которого я хотел посмотреть. Мне иногда кажется, что да, они так и делают, ребят. Они зондируют зону. И потом начинают... Вот он, этот индеец. Слушай, ну что это такое-то? Что это? Меня подбил. Так, я понял, там засыха стоит сзади. Вот этот каратист стоял. Теперь он лежит мертвым грузом. Меня опять наказывают, а? Бо, не ори. Не дома, и дома не ори. Опа, 4-8 счет. Хорош. Спалился на моих бомбочках, ребят. Готов. Засыха маленький. Ну, ушлепали мы его. Что я могу сказать? А, так этот дракончик, он ближний бой? Он типа Эль Прима, что ли? О, да. Два задания, ребят, сразу выполнил. Эпик. 200 монет. Ну и эмоджи, да? Так, что у нас еще там по квестам идет? Друзья, надо посмотреть. Так, в ранговом бое бой выиграть. Так. Захват кристаллов, липарное столкновение. Выиграть 5 раз. А тут, значит, Шелли, Динамайк или Дэрил. Шелли, Динамайк или Дэрил. Ну, я, наверное, возьму, ребята. Наверное, Дэрила возьму. Давай, йо-хо-хоу, пират. Зачистка змеиной степени. Ну, давай посмотрим на змеиных степях пока. Ну, Дэрил, сам понимаешь. Взрывной дробовик, но не такой мощный, как у Шелли, например. Или у Була того же самого. Блин, два Дэрила. Два Дэрила бухарика бочковитых. И плюс у нас еще этот тараканья титька. Так, главное не палиться, ребят. Пора, наверное, Леона наказывать. Опа! Допрыгался ли он, да? Так, ну что, Леон где-то здесь. Ауч! Бочкой покатился, но... 6-2, ребят, счет. Ну куда же ты лезешь-то, ну? Минусанул. Еще один, ребят, еще один. Прекрасно. Я бы и Леона бы взял бы с собой бы, но ишь, не успел по очкам, ребят. Угу. Так, подожди, а у нас же, ребята, еще было по захвату кристаллов. Так давай кристалл тогда и ставить. Заодно и Дэрила по заданию прокачаем. И редкий. Так, новый рубеж, 200 монет. Вот это вот будет прикольно, ребят. Вот это вот, 4000 кубков. Так, что я хотел? Я хотел поставить кристаллы, захват кристаллов. И у нас идет... Мортис, Газ или Макс. Захват кристаллов или парное столкновение. Нам еще надо Пенни с Пенни разыграть. Плюс ранговый бой. Ну, в общем, заданий сегодня хватает у нас. Ладно, пойдем Дэрила добьем. До 8 уровня, по-моему, да?
Если получится, конечно же, на этих кристаллах далеко не уйдешь. Так, Кощейка, Кощейка. Мне нравится название. Кощейка. Пойдемте, бухарики. Там-тарарам, вот и там-тарарам. Ну понятно, что у меня трехзарядка, ребят, как всегда. Ну хотя бы так. Так, пчеловод этот. Кого-то хлопнули у наших, да, там? Уйди нафиг, голодранец. Ты мне не нравишься. Погнали. Так, спасибо, что прикрыл, блин. Я уже думал, сейчас меня разбомбяжат. Бомбяческое. Бомбяо. Зря я так, кстати, вот выпендриваюсь. Один кристалл всего лишь нужен, друзья мои. Один. Естественно, они за мной... Нет? Да куда ты делаешь, Рэй? Ну, твою мать, ну... Рискуешь ты, блин, парень. Все, я стою здесь, короче. Пускай наши там ребята разбираются, я выжидаю время. Нормально. Такой ковбой там. И вот тут у меня патроны кончились. Тик-тик-тик. Щелкаешь, как этот. А толку ноль. Восьмой уровень, ребят. Прекрасно. Просто прекрасно. Эть, и не хватает чуть-чуть. Ладно, фиг с ним. Давай дальше. Бомбяо. А вот этого, кстати, мне и дадут, блин. АМЗ, ну и куда ты пошла? А, ну все правильно. Хера там. Драйвец такой, ребят. Я спрятался, типа. Какой там турбо-тайм? Куда ты, Рэй, опять лезешь-то? Так, кристаллы, кристаллы, кристаллы. Я заберу. Заберу, не волнуйся. Я ныкаюсь. Он меня спалил, гаденыш. Ха-ха, он спалил! Стоп, 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 стоп. У нас 6 кристаллов, друзья мои. Ну, блин, я все время забываю про эту фиговину. Пора его прижучить. Он достал там стоять. Була, була, наказываем. Не догнал даже его. Ох ты, бомбическая бомбяо. Ну и что, будем стоять тут до посинения? Может, в кустике? В кустике, блин, в кустике. Да все, 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 у них шансов нету. Тут отлично получилось. МЗ-шка нормально так вжарила им. По красоте. Я даже до 9 уровня поднялся. Хоу-хоу-хоу. Ты прям... Ты либо пирата пародируешь, хоу-хоу-хоу, либо Санта-Клаус, который хоу-хоу-хоу, блин. А что вот это такое 46 из 400... 30. А. Это мне столько кредитов нужно, ребят. А следующий идет эпик. Надеюсь. А какие здесь интересные легендарные бойцы? Эпик, мифик, легенда. Ой-ой-ой, Соломул, я надеюсь, ты умеешь ей играть, потому что, ну, ей нужно попадать жестко.
Если ты не будешь попадать, толку от твоей принцесски ноль. А, вау, Динамайк. Ну, вроде как... заныкался, хмырь. Я у тебя заберу кристаллики, пожалуйста. Так, это Си. Ну и чё? Далеко не убежала паршивка. Давай, прикрывай. Нормально, заберем эти кристаллы. Это, конечно, что-то нечто, ребят. Вот это вот чудо, которое там лезет. Вот это вот бегает. Нафиг подставляться-то, лезть-то туда, я не понимаю. Типа не видели, да? Что это... Так, не надо на меня переключаться, парень. Эй, ребят! Где шоркаетесь-то, блин? Соломул, я же, блин, тебя предупреждал. Умеешь играть, так играй, блин. Стоит! Вырубилась, что ли? Я не пойму, блин. Перекинь! Вот это под... Во! Так, ребята, у меня львиная доза... Доля, я пошел в кустики. Не то, чтобы я боюсь, но... Я свое отвоевал, я старый воин. Нуб старый воин. Тут хвалят Динамайка. Громовые тучи, говорит. Пивная бочка. Я не понял, сколько мне еще кристаллов, ну, уровней нужно пройти на кристаллах? Вроде бы 5 надо было. Что-то играем без... Ёк-макарёк. Мортис, я, конечно, все это понимаю тут. Ребят, ну, начинается, короче. Ать! Ну! И я тут один, да? Пивная бочка родила сыночка. Мое, не трогай. Фрэнк, ну не лезь. Пора, наверное, атаку делать, да? Парень, ты же не уйдешь. Нет, он ушел. Фиг ли там хо-хо-хо? Ну, Мортис, давай, отлично, сработал. Нормально, все, я побежал. А куда я побежал-то? Львиная доля кристаллов не у меня. Придется стоять, защищать. Ну, это парень-то, конечно... Ой! Как меня раздражает, когда да, щелчки. Чик-чик-чик-чик-чик. Я как это, знаешь, как... Ну, Фрэнк нормально тут работал, на самом деле. Никаких претензий к нему нету. Молодец, красавчик. А мы тем самым временем, ребят, получаем с вами 10 уровень. А, 5 боев надо было. 5 боев. Ну давай. Это сколько у нас получает? А, мы еще 10 этих. Они совсем на кристаллы не похожи, если честно. Так, мы играли с собой в захват кристаллов. Теперь... А, захват кристаллов нам и оставлять надо. Нам нужно теперь взять Пенни. Пенни. Ну, давай Пенни отыграем, потом уже Мортиса, Макса или Газа. Пенни. Блин, Пенни. А чё ты смеешься? Ну, Пенни.
Да, мне не нравится она, ребята, Пенни. Хотя кто-то говорил, что она идет чуть ли не в топ. Ну, это так мне сказали вы. А я уж не знаю, насколько она топ. Я причем сомневаюсь, что она топовый боец. Ну да, у нее есть этот сундук, но он, опять же, ребят, нужно на него накопить, на этот сундук. Бочка соли, я вообще не понял, для чего бочка соли нужна. Вот серьезно тебе говорю. А кто эти, блин... А, это же Брок же раскидывает. Ну это я вообще тут, конечно, бессмертного врубил. Ать, и не попали. Нет, попали, добили ее. У меня один кристалл, я не волнуюсь, ребят. Но если вы потеряете, я вас разорву всех, чертовой бабушки. Хотел в эти кусты перейти, но не перешел. Ну, теперь у меня 4 кристалла. Теперь стоит волноваться, ребят. Ау! Ау! Хорош, меня там прессанули. Пожесткачу, ребят. Заныкался. Ну да, конечно. Бочка его бочка, пушка моя спалила его. Ныкачка этого. А что тут показали? Ничего хорошего и не было. Да-да-да, друзья мои. Так, блин, совсем чуть-чуть не хватает. У нас, по-моему, по квестам больше нету ничего, да? Вот захват кристаллов мы вот с тобой сделали, и остальное просто победы. На ранг идти я не смогу, потому что, ну, потому что Пенни на ранге не участвует. Значит, мне придется здесь отыгрывать Пенни. Давай с тобой попробуем взять зачистку. Я не знаю, ребят, как Пенни будет себя чувствовать на этой зачистке. Заодно и посмотрим. Ее найпут соли, вот этот. Блин, надо посмотреть, что он делает. По-моему, там блокирует пули, что-то такое. Она как бы ставит ее как преграду. То есть враг должен бомбить именно в нее. Опять палишься, а? Так, я понял. Оу, я что-то засмотрелся на Була, ребята. Ёк-макарёк. Да чтоб тебя, блин. Друзья, ну это не дело так. Фейлиться-то. Вот этот говнюк, ребят, который бомбит. Вот, в шарфе. Хмырь достал уже. Они 100% пойдут вот здесь вот. Нет, они пошли по другой, ребята, локи. А, во. Я пушку поставил, ребят. Так, 6-7. Друзья, счет идет. Вон этот шарф. Так, спалилась, да, тварь? Ну! Ну, заряд-то где мой, блин? Нам, ребята, еще одного просто подбить, и все. Готовы. Сосунище. Вот этот с шарфом... А, это Бул был.
Ну, такой себе Пенни здесь, ну... Блин, ну сам понимаешь, да? А щечка подгорает, скажем так. Ну, мне надо еще за нее отыграть. Хочешь ты этого, не хочешь, а надо отыграть. И, кстати, вот эти вот задания, ребята, хорошо, что они так сделали, потому что иногда ты привыкаешь к одному персонажу, и ты начинаешь его просто дрючить постоянно. Дрючить, дрючить, дрючить. А на других ты не играешь, и как бы... Потом тебе сложнее будет. А так, когда... За разных персонажей. Зря ты, конечно, сюда парень сунулся. Ну куда ты прыгнул-то, ну? А, у них так, у них такой же, друзья. Я понял, там хмырь этот, ребят. Они вдвоем, прикинь? Они вдвоем на нас. То есть они будут вдвоем теперь бегать, да, там, насколько я могу понимать? Ждут, ждут. Замечательно. Да как ты, блин, тварь, двоих-то сразу сносишь, блин. Ребят, 6-7-8. Вальнул на дорожку, молодец. Леон, ну не... Ну, ты же, блин, подставляешься. Ну светишься же, ну светишься, подставляешься ты. 9. Есть. Все-таки наш шарфовик, ребята, оказался круче. Есть. И тут тоже есть. Нормально. Е-е-е. Вот пока еще нету. Так, что у нас тут? Супер редкий. 50. 50 чего? 50 этих блинков. Как они там? Блинги, да. Ну что, здесь я выполнил квест. И мне нужен Мортис, Макс или Газ. Наверное, я возьму все-таки Газа. Потому что за Мортиса я, если честно, вообще не умею играть. За Мортиса Газ мне не нравится. Такой себе парень с шариками. Ну и Газ, честно говоря, не особо-то и пуперский персонаж. Где она там, Газ-то это? Вот. Подожди, это Макс. А Газ тогда кто? А, все, понял. Газ это с шариками, Макс это вот этот вот. Огонечками, короче, которая бомбит. Нажралась какого-то там энергетика, и у нее, ребят, кукушечка-то немножко того, и начинает фаерболить. Поехали. Гоу-гоу-гоу-гоу, вот именно что. 10500 хп у этого хламона, у Фрэнка. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нормально, у меня так скоростуха прибавилась, ребят. Четно, четенько. Четенько, как, я не знаю, как в аптечке, друзья мои, мы их. Вообще, вот еще бы на сухаря, я вообще бы обрадовался. Просто было бы идеально, ребят. Ну, хоть где-то Газ у нас прока... Газ Макс прокачается. Let's go, come on, гип-гип. Мне не мется. Давай, 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 Рэйчик, быстрее. Включаемся. Включаюсь. Че, надраем им хвосты в трубочку. Блин, динамайк. Это кто? Это Пэм, да? Слушай, ну... Three,
Подбил я ее? Подбил. Ау, ау, ау. Щеглазадый. Хмырезад. В сухую, ребята, просто в сухую сделали. Ну, этого, конечно, я не ожидал. Прям на сухаря, а? Да. Прям вот на сухарика, друзья мои. Неожиданно приятно, так бы и сказал бы. Слушай, а у нас же здесь награда, да, по-моему, светится? Которую я забыл взять. Ну да, это 200 монет. О-е-е. Ждите меня. Ждите меня, я к вам приду. Так, ну что, мне нужно еще, ребята, один уровень пройти. Именно этим персонажем, именно Максом. Так, восьмибитка здесь. Это мой, как говорится, наверное, первый будет конкурент по урону и по скорости нанесения урона. Нормально? Счет открыл, ребят. А что с тобой случилось-то? Я не пойму. Роза, ты давай там не это, дрища-то не врубай, блин. Да, блин, ну! Восьмибитку уже забить не могу, блин. Ты посмотри, а. Слушай, Макс так агрессирует офигенно. Ну, в плане скорости подключает так. Жестко. Что там, блин? Пш-пш. На сухаря не получилось, потому что этот дрищ сфейлил сейчас. Прекрасно. Ну, вообще разнесли как салажат. Просто как салажат. Я одного бегал, бегал, бегал. Я только одного подбил. Ну вот, вот, друзья мои. А, тут всего 200 точей. 200 точей это мало. 200 точей это ни о чем. Так, ну что, вот теперь дело дошло до ранговых боев, друзья мои. Где мне сейчас бока-то помнут? Ох, бока-то мне помнут сейчас здесь, в этом ранговом бое. Так, нахлобуча, давай только... Блин, ну что, вот почему, ребята, броубол да броубол? Ну да заколебал мне этот уже броубол. Почему раньше захват это? Сейчас практически все время броубол идет. Мне не нравится такой расклад. Не жалко будет, если сорвется. Хрен там сорвется. Так, это кто такой? Йона какой-то, Йона. Чё делать? Друг друга, ребят, подкосили. Ну... А, это... Ну пошли, пошли быстрее. Не даем ему. Погнали. Шелли! Давай! Красиво!
Погнали. Погнали, называется. Вот смотри. И сейчас вот, ребят, ну почему такая фигня? Почему так делается-то, твою мать? Тут, блин, первый раунд нормально, а во втором всасываем, блин. Не охренел ли, блин, а? Ну все, ребят. Просто забивай, не хочу. Я в это дерьмо играть больше не буду. В этот броубол. Идиотский, блин. Идут нормально, а потом обсирается просто на ровном месте. Просто на ровном месте. Блять, я выйти не могу. Да я не хочу в броубол играть, твою мать, блин. Я не буду выбирать нахрен никого здесь. Пошел он все в задницу. Блин, штраф, наверное, наложат. Если не будешь никого выбирать. Ну, дебильный броубол, я понимаю. Только команда вначале нормально, потом на втором раунде расслабляется, или черт его знает. И все, ребят. И ни хрена у них нормального не получается. Что тут у них? Тоже кактус, блин, есть. Начало такое, да? Бодрое, блин. Тут, как говорится, кто кого прожучит. Прижучит, я так понимаю, да? Мяч у нас. Но! Да я-то там вляпался. На шипы, что ли, забежал какие-то левые, блин. Да, надо мячик этот выпинуть, ребят. Мячик у нас. Ребят, прикройте. Ну, валите их там все. У них там хп, блин. На раз обосраться, блин. Блин, эта чмоха тоже сдохла, блин. Троих всех! Бестолочи, ёб твою мать! Бестолочи, ребята, просто бестолочи! Долбоёбы полные! Просто полнейшие дегенераты! Ну вон у вас, ну веди ты мяч, твою мать! Ну... Этот кактус дебильный, блин, недобитый! Ты чё ползаешь-то там? Команда идиотов, блин. Тут по-другому не скажешь. Команда идиотов просто выпала. Да неужели что-то новенькое? Ёп, красоты, блин. Так, ну здесь нокаут, ребят. Так что тут надо... Блин, не того взял. Какой, блин? Ты чё, Рэй? Ёп, красоты, ну... Это же на выбывать. Я что-то поспешил, ребята. Ёпа-маковку, а. Меня застанили, гады. А что, я один остался? Понял. Команда идиотов все сдохла уже, ребят. Мне одному здесь.
Да вот этот меня нахлобучит. Да и Бул тоже может нахлобучить. Даже ни одного с собой не взял. Дегенераты, тебе говорю. Просто дегенераты, ребят. Ой, ё-моё. Ну, ульты-то больше нету. Ульты-то нету больше, я не смогу прикрыть. Жопа вам. Ну! Калека. Нормально здесь. Отыграли, блин. Кишкодёры, а? Ты посмотри на них. Давай только без броубола своего, блин, дебильного. Так, падающая звезда. Ну, я, наверное, здесь возьму Рико. Рокко. Шарф. Боевой с нами. Боевой шарфик. Пойдем, блин, let's go. ИМЗ здесь у нас. А что это за яйцеголовый там? Это был Леон, наверное. Ауч! Нахрен ты, Рей, сунулся? Ну это ж дебил с этим... 5-2, ну мы пока ведем. Мы же ведем. Мы. Это Леон или не Леон, я не пойму. Да блин, я даже ничего не смог сделать. Ну, они сравняли счет, ребятушки. К вашему свинью. Не то. Да как... Рэй, ты, блин, все портишь, блин. Да все нормально, стой, не дергайся, блин. Не подставляйся, главное. Давай этого хмыря. Пердак у Рэя сейчас подгорит конкретно. Мы же выиграли, ребят, мы... Я одного там подбил, и то, наверное, случайно где-то издалека за километр стоит, а в бинокль смотрят по наводочке, блин. Подводочку. Любую зону, кроме... О, муравьиные бега. Муравьиные бега. Опять же, ребят, все зависит от вражеской команды. Ну и от моей тоже, блин. Прям один в один, как в предыдущем поединке было. Команда. Команда пруфов. Давай, шарф, не подведи. Блин, тут Пенни со своей пушкой вшивой. Она же будет контрить зону. Но я все равно нахлобучил этого хмыреныша. Давай, шарфик, беги. Такие щелчки. Это ворон, ребята, это ворон. Говнюк мелкий. А, там пушка. Пенни пушку поставила. Слушай, ворон достал. Ну, здравствуй. Еще даже ни по кому не попасть не смог. Ну, как так-то? Это кто там такой, да? Правильно орешь. Это кто там такой? Но! Ну ты газ, блин! Не, газ из задницы, блин. Когда перданет только идет, блин. Опять пушку свою влепила. Ай, блин, преимущество. Ну где-то я уже такое увидел, ребят. В каком-то поединке уже такое было. Когда мы преимущество брали.
а потом взяли и сфейлили. Причем все. Все, что можно, блин. Держим! Фу, ты нафиг напугал меня. Держим, друзья мои, держим. Вшивый ворон. Вшивый ворон. Отлично. Что ж ты вьешься над моей... Ладно. Царь горы. Ну окей. Попробуем опять же с помощью Рика. Посейдор. Не Посейдон, а Посейдор. Ирина. Или Ирен. Одну из двух. Так, шарфик. Она выбрала шарфик. Или он. А что это за боец такой интересный, прикольный? Это пиу-пиу, который орёт, да? Скупердяй. Ну да, именно он. Пиу-пиу. Подобью, нет? Да какой там подобью? А чё, они уже трёх, что ли, у нас подбили? Так, я отхилялся. У нее турель, ребят, стоит. Да что ты лезешь-то туда? Чего там такое? Встань в дырку, чтобы... Чё? Встань в дырку! Как так-то? Как так-то, блин? Слушай, достало уже вот это пиканье. Давай, ребята, еще два этих... Блин, сейчас сфейлюсь. Ребята, вот эту хмырюху надо брать. Или вот этого. Один остался, ну. Есть. Ух. Силушка богатырская. Как он нервирует. Пиу, пиу. Додик, блин. Самый настоящий додик. Мне других слов нету. По-другому. Неужели? Забирай. А, 1000 монет. Подожди, а мне... А что, до хрена еще до ранга, что ли, шпарить? Ох, ё-моё. Как до Китая раком. Новые события? Где? Создание карт. Кандидаты дня. А заданий, по-моему, у меня больше нету, ребят. Заданий у меня больше нет. Но, но мне зато что есть. У меня есть стимул получить ранг. Золотой хотя бы. Опять муравьиный бега. Ребят, я, наверное, опять же возьму Рико. Так, Рико, Динамайк и МЗ. А у них? А у них, блин, лучник Бо. О, еще это фиг... Блин, и этот. Не очень, конечно, хорошая команда у нас. Алкаш. Бо. Начнется сейчас тут. Так, алкаша под... Блин. А они ведут. По территории, ребят, по захвату, они ведут.
как идиот на каждой бомбе, ребята, подпрыгнул. Всех? Не, ну мы у них там тоже всех, конечно, подбили. Блять, надо здесь сбоку, ребят, обходить. Алкаш! Держи, держи, держи локу. Это только на бомбочках там прыгает. Прыгун, блин, вшивый. А я куда стреляю, хрен его знает. Все, стоим. Блять, твою мать, алкаш, блин, вшивый. Ты затрахал уже всех, блин, а? Я даже не успел на суперудар нажать, блин, прикинь. Ну тут, конечно, у нас битва вообще не на жизнь, а на смерть идет. Да какое нахрен сори, давай бомби, блин, сори, блин. Размусоли, блин. Этот вшивый успевает. Ну как он успевает, сволочь, сдохнуть, блин? Еще в этот момент ульту, блин, выпустить, блин. Говноед, блин. У нас тут такая мясорубка. Правильно, давай на каждой бомбе, ребят. Ну, а че бы нет-то? Ну, контрите. Замес капитальный. Алкаш, ребята, все алкаш этот, дебильный. Иду, иду тебе на помощь, родная. Хоть как-то тебе смягчить твою жизнь, блин. Есть. Прекрасно, ребятушки. О, да. О, да. Наконец, ребят, перешел в золотую лигу. Иконка игрока. Очень приятно, конечно. Такой иконки. Ой. Ну что, ребятушки, скоро у меня будет 3000 кубков. Как вы там шуршали. Подожди, а как их получают? За что? По-моему, в ранге они не набиваются, да? В ранговом поединке. Ну-ка, дай-ка я попробую, например. Ну, давай нокаут. И возьмем мы с тобой не Макс, а Бо, например. А, я хотел, кстати, вот этого. Ну давай, хрен с ним. Я хотел глянуть, ребята, что он из себя представляет. Ну, конечно, для нокаута, я думаю, он совсем не подойдет. Может быть, конечно, ошибаюсь. Он ближний бой, да, насколько я помню. Там ручонка все шуршит, носочник, блин. Шишку на голове набил себе. Ну-ка, что ты из себя представляешь, парень? Ну да, так оно практически, наверное, и будет, ребят. А что у нас тут суть-то? А, все, понял, выиграть. Остается только один. Должен остаться только один. Такой хмыреныш. Так, второй раунд, погнали. Шарфоеды. Отлично, ну тут прям The best from west. Так, их поймали всех в кучку и само собой разобрали, друзья мои. И я ни одного не подбил. Оказалось, что я там такой каратист, там всех там ложил. По факту никого. Да, друзья мои, скоро мы с вами кое-что приобретем. Поехали еще. Я не вкусил, ребят, пока еще всю прелесть этого дракончика, динозаврика. Мне интересно знать, что у него за ульта. До ульты я пока еще не доживал, потому что... Ну, потому что не доживал. Я знаю, вот этот парень мне понравился, ребят, своей вот этой киркой бросающейся. Ладно, пойдем. Мы же не трусы, ребят. Ага, ага. Так, там Дэрил. Ой, Дэрил. Ну да, Дэрил. Хрен тебе, моржовый хрен.
Ульта была? А что за ульта? Я не понял нифига. Я его спалил. Я его спалил, друзья мои. Ему кранты. Щеглазадова завалили. Шпарим? Ну, Саша, Полина, блин. Не надо там врубать дурочку-то. Правильно. Поехали. То ли он оглушает, то ли он... Я черт узнает, что он там делает. Ой, я думал, что он отдуплился. Я думал, что я погиб. Что за ульта-то у тебя? Этот фокус не прокатывает с нами, парнишка. Выбежал он там. Они накапливают все на ульту, а потом... начинают ее использовать уже ближе к концу. Но тут я отличился. Лидер по победам. Это 51-64. Это получается, мы с тобой получаем по 51-64 по 13 значков. Сколько мне еще получается? 3 поединка надо выиграть, да? Угу. Ровно 3 поединка. Сейчас еще за дракончика и попробую потом переключиться на Бо. Уж больно Бо меня повеселил. А мне нравятся вон и вот эти 3 минки. Правда, не всегда, ребята, они срабатывают, но это лучше, чем у этого ульта. У этого просто он таранит, я так понимаю, типа бьет. Очень он похож, ребята, еще раз говорю, на... Ты понял, на кого он похож. Но он также очень... Ну куда ты, родной? Ну куда ж ты пришел-то? Ну... ну... Там его, конечно... Один, когда один остается. Ну это все, ребята, это сразу финиталя. Готовы. Просто идеально. Просто прекрасно, превосходно, изумительно. Так, можно мне за Бо? Уж больно хочу за Бо поиграть. Вот, ребята, вот это будет разблокироваться у нас. Тик его звать. Оказывается. Нервный тик, наверное. Тем не менее, за него народ играет. За этого тика. Ну, Бо, пойдем. Маленечко с тобой повеселимся. Чуть-чуть. Бо очень, ребят, скорострельный. Да, у него 3 заряда, но он очень скорострельный. Практически, я говорю, как 8-битка. И как Макс. Макс тоже скорострельный. Макс еще при этом получает урон, она еще и ускоряется, блин. То есть такая, да? Блин, ну Пенни-то зачем сюда взяли, ну... Ну, Пенни-то нафиг ты сюда взял? Есть. Дай-ка хильнусь. О, вау! Друзья мои, тут Бул. И хоть кто-нибудь бы помог. Давай, Роза. Есть. Ну, Бул бы мог меня завалить, что-то не знаю. Пощадил, так скажем. Вот он. Бул псих. Готов. Так. Пэм. Ну, у меня как всегда, ребят. Ну, как всегда. Заряды кончаются, блин, не в нужный момент. Почему у меня так быстро кончается? У них там, блин... Смотри, бежит. А, все-таки на каждой поплясала. Молодец. Все-таки присануло на каждой мини. Что не может не радовать, ребят. Так, еще бой. И мы с тобой... мы с тобой будем молодцы. Прекрасно идет. Все идет прекрасно. Прям захотелось мне сходить и купить немножечко пенного бренного. На такой веселой ноте. А почему бы нет? Пару бутылочек же можно, да? Мягкого, живого. Безалкогольного. Так, шарика увалим. Ты, блин, серьезно? Мы... А, все.
Мы завалили их, ребят. Но я пожертвовал собой ради этой победы. Как истинный герой, ребят. Не надо свистнука тут затравлять. Так, я вижу. У меня со здоровьем беда. Поэтому я прячусь сюда. Да-да-да, вы правильно идете. Он здесь. Вот он. Красиво. Отсиделся, называется, хмырь. Шарик против шарика. Давай, понравилось. Восьмой уровень. Но накопил? Ну, конечно, друзья мои. Открываем нового бойца. Это у нас Тик. Артиллерия. Тик хвостиком ходит за Пенни и участвует во всех ее затеях. Единственное, что он умеет, это взрывать все вокруг. Но другого от него обычно и не требуется. А вот теперь, друзья мои, должны разблокироваться эпические бойцы. Кого лучше взять? Би, Сту, Гриф. Ну, я попробую, наверное, Грифа. Кто такой вообще Гриф? Ну, это кэш, касса. Типс. Копилка, что ли? Нет, касса это, ребят. Касса, знаешь, это старая. Так же вроде бы. А мне нужно всего лишь, ребята, 400 кредитов собрать. А 400 кредитов мы с тобой соберем вот здесь. Это уже будет на 4750, как сказать, не ранги, а очков по рангу. Прикольно. Ну что, я магазин нажал же. Слушай, это новый персонаж, ребята. Мелоди. Музыкант какой-то, типа. Особая акция. Цыпленок Рика. Серьезно. Честер, боец. Кредиты. Вот я могу, ребята, вот здесь вот взять кредиты, и мне уже хватит на нового бойца. Но стоит ли тратить кристаллы? А куда кристаллы вообще, ребята, тратятся? Наверное, на это они и тратятся. В общем, друзья мои, ну что, на сегодня, пожалуй, мы закончим с вами эту серию. Ждем ближайшего стрима. Надеюсь, Илюха законнектится со мной. Все у нас будет хорошо. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.